Уважаемые друзья, разрешите вам представить заслуженного тренера России по боевому самбо Чугреева Алексея Викторовича. Чайкин. Алексей Викторович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об этом турнире. Петь, привет, турнир юбилейный 50-й по боевому самбо. Юбилейный он по спортивному и боевому самбо, потому что вначале этот турнир был всесоюзный, с участием сборной команды СССР по спортивному самбо. А вот уже 7-й год он проходит по юношам среди спортсменов юношеского возраста по боевому самбо. 7-й год, да? Уже, да, 7-й год подряд. И на сегодняшний день, на сегодняшнем турнире, даже с условием пандемии, у нас участвуют 44 команды из 13 регионов Нижегородской области, 268 участников. Серьезный турнир. Алексей Викторович, хочу от себя сказать, от нашей команды спасибо, что пригласили. Как только мы узнали, что этот турнир проводится, сразу согласились сюда приехать, потому что Кстовская земля всегда гостеприимна. Алексей Викторович, пожелания какими будут участникам от себя, от вас? Ну, естественно, ребятам из Саратова, которые приехали, только удачи, побед сегодня, медалей, потому что, мы знаем, что на саратовской земле всегда много сильных и таких очень высокого уровня и спортсменов, и тренеров. И тебе, Петь, удачи. Сань, руками, проходи здесь, четыре, синий, четыре. Сейчас будет биться весовая категория 70 килограмм, возраст 16-17 лет, от нашего клуба сейчас Денис будет драться, его первые соревнования по боевому самбо, давай разминайся, готовься. Соперник очень хороший, посмотрим, как он вывезет, не вывезет. Я думаю, справится. Денис, поздравляю тебя с первой победой по боевому самбо. Счет 9-0 было, это сделал красивый бросок, удержание, добивание. В общем, ребята, 9-0, чисто выиграл. Какие ощущения вообще? Что получилось, что не получилось? Восторг вообще, в шоке был. Таким счетом. Не ожидал, да, от себя? Не ожидал. Потому что первый бой, думали, все же тяжело будет. Но соперник попался удобный, друзья мои. То, что продышаться Денису сейчас позволили, немножко он и силы свои почувствовал. Но я хочу от себя сказать, что не расслабляйся, это еще самый легкий был соперник. Впереди будут сложнее и сложнее, но хотя бы один бой уже, один бой у тебя есть победа в копилке. Так что давай двигайся дальше, готовься. Через 5 минут идет Женя. Остался Женя, все уже отбились первый круг, кроме Сереги. Евдокимов Серега перешел сразу во второй круг. То есть Сереге повезло по жеребьевке. Thank you.
Накрой, 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 держи. Серый, просто держи. Двигайся, двигайся. Ой, красавчик! Делай! Да, 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 и бороста! Ба, 4 дайте красному! Накрой, накрой, накрой! 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 Держи! Бороться, не лезь, бей на руках! Вот так! Пока есть время, я вот взял такой вот десерт. Это Денис приготовил. Здесь намешан мед, орехи, изюм, курага, в общем, сухофрукты. Такая полезная смесь. Во время такого перерывчика самое то как раз перекусить. Энергию дает. Ну и микроэлементы, какие-то витамины здесь есть, ребят. Если вы занимаетесь спортом, сами можете на терке тереть там или через мясорубку. И вот такую штучку делать. Очень полезно. Ой, красавчик! Вот! И бросок, он побежал за ноги, сразу взял! Ребята, хочу вам представить своего друга Нестерова Александра, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по боевому самбо. Всем привет! Хочется пожелать подрастающему поколению, чтобы занимались спортом, полюбили спорт. Неважно, какой вид спорта, главное заниматься спортом, физкультурой. И, конечно же, если хотите стать чемпионами, самое главное – это упорный труд. Без труда не будут медалей. Всем успехов! Спасибо! Вот, дергай, да, 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 вот, сделай, 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 сделай. Красавчик, ну побей за спиной, зайди. Вот, и бросай. Сам бедрани, сам бедрани.